И взвившись, занавес шумит. Сегодня на сцене Ульяновского драматического стартовал 5-й театральный фестиваль «История государства российского, отечества и судьбы». Начало главному культурному событию этой зимы положил спектакль «Веселый солдат» по прозе Виктора Астафьева. Постановку о военной жизни и судьбе знаменитого писателя представили артисты Московского губернского театра. Вот верно говорят, кто в мае родился, будет маяться. Я первомайский, всю жизнь мать, как весенняя погода. То она в слезах, то в солнечной радости. Вот только что на закате горело небо. Вода в реке казалась сиреневой, красотища, вдруг ливень, все погасло. Роль пожилого Виктора Астафьева исполнил Борис Галкин. Для заслуженного артиста России спектакль знаковый. Эту роль называет самой глубокой в своей театральной карьере. Ведь именно в этой постановке даются оценки на многие вечные вопросы. Ради чего мы живем, ради чего мы ставим спектакли, ради чего мы вообще говорим, как сказано у Тютчева, нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Вот, так, но мы должны знать вес нашего слова, мы должны знать, какое оно. Международный фестиваль продлится ровно неделю, до 12 декабря. В афише представлены лучшие спектакли театров из Лондона, Минска, Тель-Авива, Донецка и других городов. Постановки самые разные, но все они объединены одной общей темой – историей России. Среди прочих в программу вошел спектакль, удостоенный специальной премии фестиваля «Золотая маска» «Зулейха» «Открывает глаза» Гузели Яхиной в постановке Башкирского театра драмы.